В Березинском районе инспекторы природоохраны задержали 35-летнего жителя Кленовки, когда тот разделывал тушу самки лося. Чуть позже выяснится, что животное ожидало потомства. Сам же подозреваемый уверяет, что к убийству лосихи никакого отношения не имеет и разделывал уже убитое животное, которое якобы нашел в лесу. На месте незаконной охоты обнаружили контейнер от охотничьего патрона и на шкуре животного отверстие, скорее всего, огнестрельное. Это как раз оказалась самка, вынашивала детеныша. В связи с этим вред, причиненный природе от незаконной добычи этого животного, умножается в 2 раза и составляет 13 800 рублей. Известно, что задержанный уже был 3 раза судим. 2 кражи и угон мотоцикла. Сейчас же мужчина – главный фигурант еще одного уголовного расследования. Речь идет о смерти человека по неосторожности.